Ну вот он наш Графский берег, социальная столовая, приехали мы уже, привезли продукты. А я не могу это бросить. Я просто не представляю, как я скажу людям, которые сюда ходят, что все, я закрываюсь. Потому что я их вижу 3 раза в неделю, а то, может быть, и чаще, когда праздники. Я вижу благодарные глаза, благодарные улыбки. Это как мой ребенок, которого я родила, и мне его нужно вырастить. Ну, вот пока вырастила до 5 лет. И я хочу сказать, что пока я работаю, я живу. Если я сяду дома и уткнусь в свою болезнь, я быстро умру. Мне некогда думать о том, что я болею. Мне есть думать о том, что приготовить, где что купить, где что накопытить, как рассчитаться за коммуналку. А только потом, в последнюю очередь, я начинаю думать о своей болячке, потому что у меня начинает болеть. Вот тогда я вспоминаю. Обыкновенная статистическая семья, да, живут многодетные, ну пускай даже не многодетные, работают, мама, папа работают там, да, кто-то из родителей потерял работу. За сад платить, за школу платить, кормить надо, ни для кого не секрет, у всех кредиты нету, нечего. И чтобы человек вот в этот момент не упал ниже, не опустился. Вот для этого я открыл эту социальную столовую.